Разогретые мышцы и качественная разминка – залог хорошей тренировки, особенно для фитнес-бокса, нового вида физических нагрузок. В Химках провели тематический мастер-класс. Профессиональный тренер показал жителям несложные приемы для разминки. Начинаем с вами активно выполнять упражнения. Задержка рук постепенно хорошо. И не очень определенные движения. Два шага, мах ногой в сторону, два шага, мах ногой в сторону, пробуем. Уникальность этой разминки в том, что задействованы все группы мышц, но при этом вероятность нечаянно навредить себе сводится к минимуму. Идеально для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Начинаем ходьба. Увеличиваем частоту сердечных сокращений. Крупные мышцы загреваются. На месте стой, раз-два. В теплое время года занятия на свежем воздухе проводят регулярно. Какое мероприятие будет следующим, можно узнать на специальном сайте администрации городского округа.